Дверь с ноги, как говорится, Крейт вещает, и сегодня я нашел самого тупого кидала на Блэкраше, которого в конце концов смог кинуть на машину. Данный видеоролик создается исключительно в ознакомительных и развлекательных целях, и я категорически не рекомендую вам заниматься мошенничеством на Блэкраше, потому что рано или поздно все ваши аккаунты могут быть забанены. Давайте по традиции разыграем 5000 рублей доната на любом сервере Blackrush. И победитель прошлого такого конкурса будет в конце видео. Для участия в нынешнем конкурсе в этом видео нужно поставить лайк, подписаться на канал, досмотреть ролик до самого конца, написать много комментариев и зарегистрировать новый аккаунт на Cherry, где при достижении второго уровня нужно будет ввести мой ютуберский промокод 10 уровня, хэштег Крейт. Получить 5000 доната на халяву хочет каждый, но далеко не все выполнят условия до конца и смогут принять участие в розыгрыше. Так что я желаю удачи именно тебе. Стою я себе в ВК, отыгрываю временную норму для бизнесмена, чтобы не забанили до слета безака. И тут ко мне подъезжает кидало с прошлого видео. Ну здорово, наш педус. Снова ты? Тебя же забанили. Они думали, они остановят меня жалким баном. Наивные сынки мамонтих. Да что ты опять хочешь от меня? Ладно, на самом деле я хотел извиниться, ведь поступил неправильно. Давай я тебе отдам то, на что заскамил тебя. Ну го. Дело, конечно, пахнет новым обманом, но мне правда интересно, что он в этот раз придумает. И в знак примирения выкупаю у тебя твой скин за любые бабки. Ну ладно, за 20 000 готов купить? Ну естественно. Почему-то я не сомневался. Я так понял, ему все мало, и он еще хочет развести меня на скин. По фану и по рофлу давайте просто пойдем за ним в слежку и узнаем, сколько у него денег. А у него всего 3000 виртов, хотя он согласился только что купить у меня скин за 20 лямов. Не, ну чел, конечно, с юмором. Ладно, чё уж, давайте не палиться, подыграем ему. Чё с тобой, дружище? Табаги, наверное. Ну, го продавать. Ты же знаешь, как скины продавать. Ну да, вроде знаю. Ну смотри, короче, объясняю для мамонтов. Пишешь мой ID, количество скинов и сумму. То есть 628, 1 и 20 лямов. Ну, собственно, я лично знаю этот способ обмана, однако ради контента поведусь на развод, дабы показать вам, как оно работает на самом деле. Суть в том, что скины продаются не как аксессуары, ведь для продажи акса нужно указать ID, количество и стоимость, а вот для продажи скина нужно вписать только ID и стоимость, так как подразумевается, что в инвентаре скин такой один. Ну а если написать так, как сказал нам юный скамер, то продадим мы ему дорогущий скин за 1 рубль. Кинули скамеру наш трейд, и он, конечно же, принял его. Так, он решил даже не медлить и сразу переоделся. На самом деле, я пришел извиниться за то, что не разбул тебя до конца. За что? Лошара. Опять кинул меня. Лошпетуса разбул, раздел до конца, ема. Сын Гебона. Ну а теперь, когда он почувствовал вкус победы, можно действовать. Все, ты задизморалил меня. Я ухожу с Блэкраши. Ну вот, пососи. Я отдам тебе, что у меня осталось, и пойду с БР. Ну тогда отдавай то, что осталось, бич, и все, чао, бомбино. Ну ладно, поехали. И эту развалюху ты мне хочешь отдать? Ты чё, не знаешь? Эта машина уникальна. Ее госка только 30 лямов. Стыдно не знать. А ну кинь ПТС. Не, ну ты реально нуб. Не шаришь за легендарные тачки. Фу таким быть, бот. Да знаю я, ты за лоха меня принимаешь, что ли? А то я думал, ты не знаешь, что эта тачка очень дорогая. По факту я взял чела на понт, ведь это самая обычная бэха за максимум 1 000 000 вертов. Го, обменяемся машинами. Ты все равно в плюсе очень даже останешься. Сма, ты же отдаешь. Ты не понимаешь, это другое. А, ну ок. Обмениваем свою BMW M5 за лям на его Мерс ГТР за 13 лямов. Профит 12 000 вертов. Ема, вот это я понимаю, тачка. Так, он посмотрел ПТС уже своей машины, сейчас будет жарко. Чекайте. Так, стоп. В смысле 800 тысяч? Алло, кидало. Он посмотрел время, наверное, захочет меня шантажить жалобой и в целом баном.
800к гос этой рухляти. Выгружаем тачку с сервера, пускай еще побомбит. 1-1, жалкий кидок. Жабе, на форум. Ты сам кидала, чел. Каково быть мамонтом? Я кидала, пруфы или слит. Ищи себя в ютубе, попуск. Сука. Все, убегаем в закат. Мда, он за мной бежит. Чё тебе надо? Блядь, я тебя захуярю. За шо? Ходи и оглядывайся, гнида. А, ок. Пацаны, спасайте, он не рофлит, он бежит за мной. Спасите, он меня зажал в угол. Пизда тебе, копченый.